А спорим, что за 3 секунды невозможно подписаться и поставить лайк. Всем здорово, дорогие подписчики, с вами по-прежнему Юрка, Димка и Фил, и мы в GTA 5, а это рубрика «Спуск без тормозов». Здорово, народ. Здорово, ребят. Ребята, мы находимся на все той же классной платформе, самой высокой в нашем штате, и мы попытаемся, ребята, перелететь всю карту, даже гору Чилиот. Мы, кстати говоря, находимся даже выше, раза в 2 этой горы, а потому должно все получиться. Ребята, в комментариях обязательно пишите, как вам данная серия. Также напишите, какая у вас погода в городе и откуда вы вообще. Было бы интересно тоже узнать. Вот. Ну и, конечно же, поставьте лайки. Напомню, 3000 это новая серия втроем, 5000 это новая серия в пятером. Поэтому, ребята, все зависит именно от вас. А на первый раунд мы будем спавнить по одной тачке. Фил может уже приступать к спауну. У Юры вот такой вот прикольненький Порше. А у Фила, кстати говоря, Мустанг. У меня, получается, ребята, пока ничего нету, но у меня Бентли. Сейчас кто будет дальше в первом нашем раунде, тот, соответственно, будет спавнить 3 тачки и получит 2 балла. Проигравшие всего лишь по 2 будут спавнить. Ну и второе место получит балл. Пока молодые. Что-то мне не нравится, Юрец. Сколько по скорости? Куда собрался? У меня 880. Я еще лечу. Я вылетел чисто! Сколько у вас по скорости было? Сюрприз. Сюрприз? Сюрприз, мазафака! Но только мне не нравится твой сюрприз. Я, походу, последний. Я почти залетел на гу... на балкон. Понял, принял. Так, давайте-ка смотреть, где у нас Фил. Почти. Фил у нас, получается, снова на полставки, получается, на каблуке у девочек. Может отправляться на платформу. Так, а Юрка у нас, давайте-ка посмотрим, где по новой разгоняется. Понимаю, старый. Я чуть-чуть может, ты его нагер? Может, ты его нагер? Давай я буду первый, и все будет нормально. Я тебе 10 тысяч тенге дам. Идеально. 1200, братан. Ну, кстати, не особо хорошо полетит, но надо рублевки, походу. Такое можно перелететь спокойно. Ну, тут от рикошета будет сейчас зависеть, да. Да. От рикошета сейчас все будет зависеть, но, походу, ты в дерево летишь. А, нет, не в дерево. Ладно. Чисто повезло. Еще и на колеса встал! А ты его убил! А ты что? Ребята, первый же раунд. Теперь подключаемся. Форс, блин, что здесь закрутило, я хотел форсаж. Ну и по итогу, ребята, новый экстрабал у нас ставит Юра, да, это хороший экстрабал, давайте-ка вот так вот мы сделаем все четко. И по итогу будем пробовать перебить его, пока что 2 балла у Юры, у меня 1 балл и отправляемся дальше. Давай. Следующий раунд, Фил уже заспавнил 2 машины, одна из них это Тесла. Привет, братка, спасибо за как бы гостеприимство. Короче, не суть важно. Но, походу, летом я к тебе не поеду, братка. Мы вроде как договаривались, но после такого, прости, прощай. Я поехал, разгоняемся. Ладно, на самом деле, Фера не та, к сожалению. М2-та. М2-та. У Фила Тесла тоже та. М2 не та, что ли? 650 разогнал. М2 не та. А что, по скорости? Ну, я все равно дальше буду, ладно. Не, ну я, кстати, неплохо лечу. Ну нет, ну нет, 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 такого будет ответ. Да ладно! Смотри, как упали кучно. М2 вот здесь, а Тесла у нас на втором месте. И снова Юрка зарабатывает свои 2 балла. Фуфил, а я прям вообще рядом же был. Обидно. Ладно, ребята, баллы мы записали. Короче, я понял, в прошлой серии было то же самое, и ваша поддержка мне помогла. Ну, то есть, в комментариях пишите, чтобы мне рандом выдал хорошую машину. И тогда мы вместе с вами победим. Ну, и также напишите, за кого болеете. Мы переходим на третий раунд. Следующий раунд, ребята. Да, у Фила уже 2... Точнее, одна машина пока что, да. Ну и второй он сейчас заспаунит. Так, у меня Бугатти первая. И вторая Бугатти. Чего? У меня 324, 363. Че брать? А, Фил, это не считается. Это полицейская стандартная. О-о-о, понимаю. Семерка Урбан. Ну, на самом деле, наверное, на ней надо прыгать, дядь. Походу, она будет дальше. 186, да. Окей, тогда мы это уберем. Юра, ты где вообще, Юра? Ты меня не видишь? Нет, с дорогу не видел. Я не вижу. Понимаю. Так, а я не знаю, что брать, блин. Я на самом деле, я уже прыгал на вот этой машине, ребята. Мне не понравилось, потому что она не особо разогналась. Я возьму вот эту Бугатти тогда. А где ты? Бля, за что? Что за так у тебя? Ну и тебе, как говорится, только на здравие. Ну я погнал, короче. Ладно, разгоняйте, догоняйте. Я так и не понял, что у тебя за машина. Исузи. А,
понял. Ты сейчас чисто вылетел. Не экстра бомб, улечу неплохо. А что, семёточка так-то 700 уже едет. Серьезно? А что по скорости? Финальный. Я сейчас приземлюсь, посмотрю. Серьезно? Давай я запрыгну. Ну, я понял, где я. Так, а у нас... А, Фил не полетел, получается, что... Так, давайте-ка посмотрим, где приземлился у нас Юра. Юра по итогу на вот... А, вот она прогрузилась у меня. Понял, принял. Ты еще и номера поставил? Понял. Ну, Юрка, как обычно, к сиськам поближе. Кто на белом уровне увидел, тот увидел. Она работу так и тянет, да? Да-да-да-да-да, до полставки. Это хобби. Хобби. Танцевать. Давай мы тебе на платформе сейчас поставим то же самое исполнишь. Я ладно, я понял. Так это ты, короче, который влезает, да, с плащом прячешься. У нас культурно все. А, я перелетел, получается. Юрку перелетает, да. Ну что ж, друзья, у меня 2 балла, у Фила 1 балл, у Юрки 0 баллов. Мы переходим тогда на следующий раунд. Погнали! Давай. Следующий раунд, ребята, спавним следующие машины. У меня 3 штуки. У Юры там что-то вообще косячная какая-то заспавнилась машина. Мерс и опа. Хорнет. Ладно, я не буду брать его. Это тоже, походу, не буду брать. Но это я возьму. Так, у меня Порше. У Юры, получается, Бэха. У... Да ладно. На байке гладить нет, умеешь? Ну, это, кстати... А, это стандартный, да. Это стандартный, да, это тоже стандартная. Да. А это не стандартная. Метрос. Чего? Ну, это считается. Это... А, это 1,59 м. Малютка считается. И вторую машину спавни у тебя, получается, у тебя еще одна. Порш? Первого раунда? Да. Да. Так, вторую я не вижу, что там у Фила, поэтому, Юра, помоги им. Мустанг. Мустанг. Ну, я даже не знаю, что брать тебе лучше. Ты бы что взял, Юрец? Мустанг. Мустанг? Ну ладно, бери Мустанг. Да, обе такие себе. Ну, пробуем. Пробуем. Разгоняемся, ребята. Разгоняемся и пляшем, и машем. Так, подожди, а это Порш, который ты сейчас тоже прыгнул на нем, да? Это мой Порш, да. Экстрабал, который поставил. Я понял, понял. Мне, походу, тачку придется переспавнивать. Ну, переспауни. Меня сейчас решает вопрос. Я выпрыгнул лучше, чем ты? Нет, я туда же выпрыгнул, как и ты. Я на кубы. Ля, ты лайкер, слышь, дядька. Не, я не выпрыгнул. Ты лайкер, реально. Хотя, подожди. Еще не все потеряно. Там встаньте на колеса. Я не знаю, что там у вас происходит, пацаны. Я пока разгоняюсь. Я достаю. Урузу полосу. Я буквально в 500 метрах от моего экстра балла. Буквально, да, я прыгнул. Так, Фил, я посмотрел, где ты, поэтому можешь, в принципе, лететь на платформу. А Юра у нас, давайте-ка глянем. Юра на Урусе. Это новый, да, получается, что у тебя? Ты его переспаунил. Нет, это... А, ну да, да. Да. Да, ну да, и получается, что, ребята, да, у Фила 1 балл, мало. У Юры, получается, 0 баллов, кто-то унизил Мустанг, у меня 2 балла, мы отправляемся на следующий раунд. Опять-таки, ребята, вы написали кучу комментариев, спасибо вам огромнейшее, благодаря этим комментариям и вашей поддержке я начинаю выигрывать, вот как-то так работает. Так, Фил уже заспавнил парочку своих машин, и на самом деле у него ни та, ни другая вроде как не подходит, потому что первая это вроде бы, дядя, это не подходит. А, не, Пантера подходит. БМВ может переспавнить, она была косячная. Так, у Юрца получается байк. И я спавню свои 3 машины. Так, Ауди первая. Вторая пока нету. Ничего, Ауди такая себе посредственная. Так, Порше и Ламба. Ух ты! Я, походу, выбрал. Пацаны, это у вас интересно. Там как дела? Так, окей, вы готовы? Погнали. Поехали. Ямаха? Чё, у тебя же обычный ежак. Это Ямаха. У тебя ежак обычный, родной, тебя наебумбали. Чё, по скорости я вроде посмотрел, что обычно я тебя наебумбали. Сам ежак. Вау! А я опять тоже врезался. Там что-то Юрец хотел сказать, так я и не понял, что ты сказал. Ты вроде пытался, старался. А мы все врезались, да? Там мы все врезались. Я, короче, не доехал до молодого, я раньше врезался и подпрыгнул, короче, через него. А, понимаю. Ладно, я пока разгоняюсь. А еще самое прикольное, что у меня от удара сразу огонек. Моей души. Да ебать! Стоп! А если это Винтадорс, она же не прыгнет? А не, LP700S должна. У меня тачка, короче, не прыгает вообще никак. Я пробовал даже уже и под нитро. Поэтому я тупо заспауню первую попавшуюся и на ней буду прыгать, ребята. Мерс, я даже не знаю, что под капотом, но пробуем. Вы там уже приземлились по итогу, да? Я так... Да. О, кстати, в Мерс не хасю! 258! А, пацаны, сейчас поборемся! А что по скоростям у вас было? Мне без разницы, у меня главное. 870 тысяч, а кто первый? Юра, да, получается же? Да. Он чуть-чуть дальше, да, вроде? Чуть-чуть дальше, так, давай.
Ну, где? А, ну да. Чуть дальше. Подожди! Блин! Блин! Фил, ты дальше буквально чуть-чуть не хватило. Если был бы лучше рикошет, то да. А по итогу ты там, да, получается, Юра, на работу почти приехал. На какую? Тут счастливый час у них. Happy Tower. Я понял. Я только сейчас понял. Если что, я тебя больше не знаю. На платформу больше к нам не приходи. Ты больше не с нами. До свидания. Не, я, конечно, понимал, что ты любишь всякие клубы, но, родной, после такого лучше в следующий раз считай название и вывески. А то мы тебя переквалифицируем. Там счастливый час был написан, все нормально. Знаешь, ух, ебать. Что это за самая длинная тачка на планете, блин? Ой, мать. А можно мне тачку? У меня не спавнится почему-то. О! Чего? Нихаси. Вторая пока не спавнится. Он, кстати, быстрый. Я знаю, что он быстрый, но не вылечит воду. Видите, пожалуйста, эту длинную сосиску. Быстрая Ауди летающая. Это копченая, я тебе ничего не понимаю. Ну, бери чит, наверное. Ауди, ну да, прикольно. Ладно, бери чит. Так, Фил, у тебя, получается, тоже не читается доминатор. Ты давай следующие тачки спавни. Я возьму, короче, ребята, ту самую огромную, просто нереальную какую-то колбасу. Ебать, аккуратно. Ребята, по итогу Фила две машины. Какой ты будешь брать? Нихера, вот этот возьмешь, да? Цветочек интересный рисую. Окей, тогда я, получается, ребята, буду на... Чего ты там рисуешь-то? Я на танке. На Мерзи. А ты на нем не выпрыгнешь. Дядь, ты на ней не выпрыгнешь, она цепляется. Значит, ты следующую спауни тогда, просто следующую одну. И по итогу, ребята, у Фила вот такой прикольненький фардец. Ну что же, мы разгоняемся, погнали. Долго спаунили, но думаю, что... Пацаны, разойдись! Танк летит, и мать же, 700, 700, 800, как вам такое, пацаны? Такое не покажут в фильмах, под 800 выпрыгнул, чего, блядь? Нормально. А где Юра-то вообще, я не понял. Я врезался. Понял? Блядь, это доехал. Я уже понял. Короче, давайте-ка посмотрим за Филом, где он-то приземлился, у нас получилось, что... Я что, на танке я буду надеюсь, дальше? Я Фил выпрыгнул, потому что я его сейчас... Он выпрыгнул, да, стопудово. По итогу на трассе. Тоже новая подработка, родной. Ты на весе там стой, да, все, я посмотрел, где ты выпрыгнул. И Юра у нас пытается-то выпрыгнуть на чите. Но мне кажется, родной, у тебя не получится, поэтому последняя попытка твоя. Да-да, нет-нет, панель пропал. Там просто, понимаете, 1400 там. Там хочется. Когда хочется, не хочется, но... Если, как говорится, судьбой не суждено. Новый экстра бал. Понимаю. Это экстра балище будет, братан. Ну да. И ты, кстати, очень хорошо летишь, и получается, ребята, перелетаешь, да, свой Порше, перелетаешь речку, и походу гору, и если сейчас будет еще и хороший рикошет, то и походу озеро перелетишь. Хотя не, херовый. Да. Ну все, тут все понятно, ребята. 1 балл у меня, 2 балла у Юрца, экстра балл новый. Ну а мы переходим тогда на следующий раунд. Погнали! Давай. Следующие тачки, так, у Фила. Опа! Дядя, у тебя 2 было. Это поэтому вот это не считается. А да, вторая, это не считается. Я думаю, это GTA-шная. Вот не, вторая считается, вторая. Это Плимут. А у тебя хороший Мерс, бери Мерс, поэтому как бы я тебе могу удалить все. Я пока спавню 2 тачки. Юра, что это вообще херня? Все говно вообще, да. Так, ну походу нас Мэр сейчас сделает, потому что Мэр вообще хороший. Опа! Блин, это херня, короче, я понял. Так, и по итогу Скай тоже такой себе. Ну и полетели тогда, пробуем, ребята. Скай, Мэрс и... Что там у тебя? А, и Форд. Скай. 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 Догони для начала. Но Мэрс раскрылся, тут как бы гадалки не ходи, это мы знали. Сколько по скорости-то по итогу? 700. Чего? 640. У меня 670? 670? На 700, кстати, как-то да. Слабо. Я думал, будет лучше. Что-то вообще можно как-то слабо. Давай на дорогу. Изузу твою сломал. Ай. Так. Пробираюсь, а ну-ка. Через тернии, но не доеду. Через тернии бомжей. Окей, ну по итогу-то понятно. 2 балла у Фила. У меня 1 балл. Да, все, мы отправляемся тогда на следующий раунд. Погнали, ребят. И Фил будет спаунить 3 тачки, мы с Юрой по 2. Так, слава богу, что эту малютку мы не берем в учет. Такая вот прикольненькая R8. Да капец, это не та. Это не та. Ну ладно, возьму ее. Сейчас рэпчик сочиня.
Попробуй. Ладно, этот просто карма удалим. Так, Бэха, у Фила первая есть 700-я. Так, у тебя получается, что там, Бэху берешь? 700-я. 700-я. Наверное. Да, так, второй тачки пока нету у Вилла, и третий тоже. Ну, давайте-ка ждать, как бы это пока не считается родной. Ну и по итогу, ребята, у Вилла вот эти три машины. На самом деле, как бы и полицейская у тебя классная, но она цепляется, мне кажется, особо на ней не выпрыгнет. По итогу тогда Фил взял Урус, и мы погнали, пробуем, давай. Я на Феррари. Да ты серьезно, такой как ехал, еще и не прыгнул? Ёб твою мать, это кто? А что по скоростям у вас, пацаны? Спасибо. Пойдем на старт. Спасибо за день, спасибо за ночь. Спасибо за свет и за ночь. Серьезно? Ладно, я по итогу-то выпрыгнул, но слабо. И мне кажется, любая из ваших машин это перелетит. Потому что у меня тупо каблук даже не долетел, секонд-хенд какой-то приземлился. Даже 600 не набрал. А, серьезно? А, Юрон у меня перелетает первым? Буквально карапаль. Да, ты на кубах, карапаль, это нормально перелетел. Ебать! Ударился. Ребята, Урус Фила приземлился вот здесь. Буквально чуть-чуть ему не хватило до меня. Ну и, соответственно, у меня 1 балл у Юры, 2 балла. А мы переходим на следующий раунд. Погнали. Ну, давай. Следующие тачки у Фила вот эти две взял он по итогу Урус. Давайте-ка вот это мы тогда удалим у Юры. Получается... Опа, 2 ламбы. Опа, у меня Леха. Прикольный, но я на этом уже прыгал. В прошлой серии мне не особо повезло. Так, 180, 182, но выхода нету. Так, по итогу Юра берет ламбу, я, получается, беру Леху, а Фил взял Урус. Ну, пробуем, давайте-ка смотреть. Кстати, ребята, это предпоследний наш раунд, остался всего лишь один впереди, и по баллам вы видите все на ваших экранах, как-то мне это не нравится. Чего там у тебя? Атика, я поломал. Серьезно, понимаю. Так, а кто впереди? Это Урусы вообще. Еще и загорелся, ни хера себе. Опа, Урус неплохо отрикошетил. Пожалуйста, дальше. Патрик, да, катимся. Едет, катится, заряженный вагон. Но только походу. Я дальше, буквально, ну вот если так посмотреть. Да, я не прыгаю, пацаны. Если так посмотреть, ребята, чуть дальше я, получается, Фила. Так, а Юра вообще не выпрыгнул, да, получилось, что? Да, но он просто переездил, а мы от первого. А у тебя Авентадорс или нет? Ну ладно, давай первый попавшись, что там у тебя? Ну это будет сильно. Сильно неприятно. Если ты перелетишь меня, то будет вообще плохо. Слушай, она быстрее ламбы. Сколько? Ну, 770. Ты достал доставать говно и лететь на этом говне дальше нас, в смысле? Опять ты на первом месте. Я вижу, да. Ебать, понимаю, ребята. Ну, 2 балла у Юры. Он дотащит. Ну и у меня... 1 балл. Да видел, я виделся. Я все это снял даже. Эх, старались, пытались. Ну ладно, Фил, погнали. Я мы с тобой, походу, коалицию сделал. С тобой создадим. Что там у Фила? Что там такое? А, я понял. По итогу финир у нас получается у Фила. Давайте-ка мы удалим вот эту машину, чтобы она лишней не была. Так, у тебя именно тот самый, Колян? Еще и та самая Лада Приора. 2 чита. И мать ты, конечно, не очень. Подожди, Фил, стоять. А моя машина была. Не, мне кажется, это даун, да, это та самая, которая не сломалась, а фича, типа. Ну да, да, та самая. Окей, хорошо, что берешь по итогу-то? Мы погнали, Фил, погнали. Полицейский Колян, наверное. Полицейский Колян. Окей, ладно. Не-не, у тебя больше ничего нету, брат. Что там у тебя? Просто ничего нету, я же первый был, у меня еще одна тачка. Да я думаю, ты Колина возьмешь, там и так хорошо все. И мать, Фил полетел. 1000 я вылетел. У тебя что было, Фил? Вылетел. Серьезно? Ну я походу легче. Я легче тебя перелетаю. Пацаны, вы не поверите, у меня третья тачка, это чит Волга. Да ладно. 3 чита подряд достал. Ты охренел, что ли? Блин, а Волга быстрее, но я приземлился. Давайте-ка посмотрим, что там Юра выбрал. Да, и дальше я просто легче. Ты реально? Я бы Колина на твоем месте взял, он ниха полетит. А Волга вообще не полетит. Ладно, разгоняйся, пока посмотрю, где там Фил. Фил, получается, вот тут он приземлился. Я понял, ребята, но я напомню, что это последний раунд, сейчас как бы все решится. Я очень надеюсь, что... Ну, я тебе скажу точно, но... Чуть не долечу до вас. Ты дурой, мы на Вайну, дядя, а ты вообще хер помин. Да. У нас 2 хорошие машины. Я бы взял на месте Колина, и мне кажется, я вылетел бы лучше. Ну, кстати, да. Ну что ж, друзья мои, это 2 балла у меня, 1 балл у Фила. Общее количество видите на ваших экранах. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи, напиши хэштег, кто досмотрел до конца. Досмотрел. Всем пока-пока, друзья.
Пока, народ. Пока.